генералы стоят. Снимайте по озеру и меня. Какой видок, друзья, какой видок. Ну и рэпчик. Так еще можно. Еще флешлайт. С пушки фотокамеры тебе трек. Где-то в Будгыще. Мне надо сделать селфи, что я здесь был. Потому что я здесь редко бываю. Сделай селфи мое. Оттуда. Там не видно ничего. С ногами. Ну, видно, но ты темный. Вот, вот так. Сейчас туда. Тут на мотике там, да? Друзья, вот я задаюсь вопросом, кто создал это вообще место? Так красиво вообще. Еще и качель прям на берегу озера. И вообще ни души. Просто нет никого. Ой, телефон так. Там придется переворачивать. Фоточка что-то получилось. Где утка-то? Была. Так она все съела. Все съела? Да, да, съела. Ну-ка приблизь вот так вот. О! Ну-ка, удали. Ну, удали. Еда, добыча, ребятки. Забираем. Ой, я и по башке. Львов лайф. Сухариками фишка. Подкармливаю туток. На все здесь, теперь на всех хватит, реально. Ребятки, это питерский став для вас. Мы намусорили. А? Намусорили. Угу. Лучше бы ты убрала свою кофту. Получился бы хороший кадр. Подписать контракт на миллион или даже на полтора. Потому что, во-первых, я не умею вести переговоры нормально, а делегировать. Ой, короче, потом об этом. Тачка неплохо так встала. Как обычно, направо всегда колеса ставлю. Что-то, конечно, выложу. Ну, типа, не самый интимный момент. Да, в камеру. Привет.